Привет, зритель. Это первый мед. В этом году с нашей маленькой пасеки мне родственники выдали. Сегодня ездили и катали, видимо. И я внезапно для самой себя схомячила с этим травяным чаем. Тут уже третья или четвертая заварка. Что за чай, если кому интересно, гляньте Инстаграм. Недавно скидывала фотку. Короче говоря, вот как-то для себя внезапно схомячила полбанки чая. В смысле, полбанки меда. Ну, сколько она, наверное, 200-граммовая. Я как бы перед этим поела гречку на мясном бульоне с вином, со свининой из мериноварки. Ну, чтобы не то, чтобы я там типа голодная, да, но вот как-то внезапно решила, думаю, ну что бы надо, наверное, со свежим медом попить чая. То я люблю забывать про еду, в том числе про мед, он может засахариться. У меня еще прошлогодний немножко жив. Ну и вот как-то он такой интересный. Мало того, что он такой почти прозрачно-желтенький такой. Ну, как бы он желтенький, но почти прозрачный. Я уже забыла, что вот у нас в прошлом году как-то, ну, не то лето было, что вот, по-моему, в это время мы еще не качали мед в начале июля. Короче, он такой интересный, что где-то вот только с хрен знает какой уже по счету чайной ложки, где-то с середины вот так уже этой баночки, стала чувствовать именно вот, ну, когда много меда схомячите, то слегка так чуть-чуть-чуть горчит. Ну, не то чтобы я много схомячила, вообще для меня это много за раз. Хотя в деревне мед в сотах или там в детстве, когда качали, вот сидели с сестрами и хомячили, запивая у каждой свой ковшик колодежной водой, я думаю, больше было. Ну, вот сейчас вот я как бы поела. Пью как бы чай. В общем, клёвый мед. Не знаю, из какого растения, это что-то вообще на ум ничего не приходит. Но я решила порекламить наш мед. Там у меня вон бананы валяются. Авокадо, про который я забыла, хотела сегодня салат сделать. Но у нас такая жарища. И обычно в жарищу мяса неохота, но вот я второй раз за день мясо поела. Потом, вон в той баночке у меня раньше была гречка. Вообще изначально баночка из-под чая. Сейчас там чья. Варенье из баночки переложила. Я поняла, что, возможно, благодаря поеданию недельному чья, мне вот снова вполне довольствуюсь. Ну, как бы с чаем могу попить чай с вареньем. Чай вот внезапно с медом. Ну, нет такой тяги, что хочется какое-нибудь там печенье, вафлю, хрен знает что, какое-то пирожное. Или... Ну, в общем, что-то такое непонятное. Это у меня сухарики. Я пекла хлеб на днях, по-моему, в инсту скидывала. Но потом у меня оставалось тесто, и нет бы его на маленькие кусочки разделить, когда я этого делала. Мне было лень возиться, был что-то где-то час ночи, я его зафигачила прямо вот в одну такую как бы формочку. Но не рассчитала время, оно не совсем пропеклось. Я уже его порезала на сухарики, подсушила. Вон там слива одинокая осталась. Я ее завтра доем. Короче, как-то... Вот я на 3 минуты натянула с хвостиком. Пока, зритель!